Дорогие друзья, предложение для субботы подумать. У нас с вами получается замечательная набережная, 2,5 километра. Но, как вы понимаете, зимой набережная становится неуютной. И не так много людей, кто хотел бы зимой по ней прогуливаться. Вот давайте подумаем, можно ли на этой огромной, прекрасной набережной протяженностью 2,5 километра на зиму создать каток. Мы можем с вами даже выделить два участка этой набережной. У нас одна часть до ротонды от вокзала 800 метров, можно было бы под детский каток. А от ротонды до нового пляжа 1 километр 700 метров можно было для взрослых. Это, конечно, потребует оборудования. Необходимо, чтобы и коньки были в прокате, чтобы можно было погреться, ну и чай выпить. Если мы с вами обсудим и договоримся, что это того стоит, правильно было бы потом обсудить с представителями мэрии города, и, возможно, это их заинтересует. Вот такая идея и есть, причем можно будет дополнительно осветить набережную. Место прекрасное на берегу Волги будет и зимой также привлекать внимание жителей города и сделает Саратов еще краше. А время, которое у вас будет и в дневное время, и в вечернее, и, может быть, даже позднее, с толком используйте для того, чтобы подышать воздухом и покататься на коньках на таком большом пространстве.